Всем привет! У нас сегодня обзор с Кремлин Палас. Смотрите, какие длинные тут коридоры. Туда-сюда. В общем, сейчас будет обзор номера. У нас 3612. Он напротив бассейнов прям. Вот. Эту не вставила. Сейчас карту вставлю. Вот такой вот номер. Вот он. Три кровати у нас. Хотя можно было бы и сдвинуть. Чайник. Телевизор. Сейчас я вставлю эту штучку. И пойдем по порядку с вами. Вот ванна. Что тут у нас есть? Много-много всяких штучек, бутылочек. Как я смотрела обзор, мужчина один очень возмущался. Почему до сих пор бумажки? Мне все равно, бумажки, не бумажки. Ванная тут такая. Я, честно говоря, от ванны отвыкла. Здесь у нас шкафы. Я с вами смотрю первый раз. Тут вешалки. Вешалки. Сейф тут бесплатно. Дальше. Сейчас немножко подальше сделаю вот так. Сейф, вот он. Потом, что тут, пакетик. Раньше клали еще тапочки. А, вот они и тапочки. Вон они спрятались. В общем, у нас получается вот такой вот номер. Но он симпатичный, уютный. Три кровати. Тут у нас телевизор. Холодильник, я знаю, пополняется каждый день. Господи, никакую не открою. Вот. Пиво, газировка, вода. Все это пополняется каждый день. Чай. Что немаловажно. Я вообще чай люблю. Так, ребята, что у нас? Балкончик. Ну, балкончики у них маленькие, так как мы уже здесь не первый раз. В общем-то, немножко знаем всю эту кухню. Вот он, вот такой вот и весь балкон. Смотрите, какие поля красивые. Красота какая. Там не очень. Вот. Такой все в тон. В номере все прям. Мне нравится, уютненько, кондиционер центральный, но да, он, конечно, не новый отель, отремонтирован у них только первый корпус, там, да, там уже более современно, более красиво, но здесь мне тоже нравится, в конце концов, мы же не будем целыми днями сидеть в номере, мы приехали отдыхать. В общем, ребятки, вот такой номер, если кому что еще интересно, задавайте вопросы. Я вам все расскажу, что тут, как мы... Перед этим мы жили в первом корпусе. Там, ну, там, в принципе, была просто у нас одна двуспальная кровать. Ну, как одна? Так же вот мы сдвинули просто две кровати, и все. Так что вот такой номер у нас. Я считаю, уютненько. Так что всем пока.